В современном мире наблюдается стремительный рост числа кибератак, поэтому надежная защита от них становится необходимостью, о которой важно рассказать и студентам. В Российско-Армянском университете выступил с открытой лекцией заместитель директора Департамента корпоративных услуг и развития Центрального банка Комитас Степанян. Спикер поговорил со студентами о кибербезопасности, высоких технологиях, новых программах Центрального банка, а также поделился подробностями о развитии цифровой жизни, последних тенденциях в мире технологий, проблемах управления и их решениях. Лекция дала возможность не только расширить спектр своих знаний в данном контексте, но и услышать предложения о возможном дальнейшем сотрудничестве. Лала Зарян Джулия специально для РАУ ТВ.